Полным ходом идет подготовка к одному из самых ярких событий этого лета – фестивалю «Дагестан-фест». Он проходит в честь юбилея РГВК «Дагестан» – главному телеканалу республики 20 лет. Участники готовят гастрономические зоны, обустраивают мультимедийные и спортивные площадки. Сегодня у нас выставка основного ассортимента нашего. И также, помимо продукции, у нас будет чай на самоваре, на дровах. Здесь у нас будет сегодня фреш-бар, будет приятная музыка, будет вкусный кофе разный, то есть и холодные напитки, и фильтр американо, эспрессо. Помимо прочего, на фестивале можно будет встретить популярных исполнителей и послушать их песни. Фестиваль трехдневный, он будет проходить 28, 29 и 30 июля в Махачкале на улице Пушкина. Начало сегодня в 16 часов по Москве.